Привет, друзья! Сегодня с вами мы отправимся на битву машин 5 и увидим, как автомобили будут драться, можно сказать, до железного мяса. Итак, линия Сталина, битва машин, поехали! Большая просьба тебе представить наше великолепное жюри. Линия Сталина, я вас очень люблю на самом деле. Мы организовали в очередной раз мероприятие «Битва машин», это «Автобои на выживание», это абсолютно, можно сказать, для Беларуси самые крутые соревнования по автобоям на выживание. Это абсолютно знают все. Значит, это 5-я юбилейная битва машин. То есть проходят соревнования каждый год. Несколько лет мы проводили их дважды. Ну, вот в этом году единожды. Ну и в следующем году будем думать, как проводить. Будем решать. Значит, чем мероприятие вообще интересно публике? Тем, что это самые настоящие автобои на выживание в классическом их исполнении. То есть машины в буквальном смысле таранят друг друга на арене с одной единственной целью – остаться единственным, скажем так, участником на ходу, который имеет самый крепкий автомобиль, ну, либо наиболее удачный, как мы сегодня, кстати, видели. Участники, естественно, покупают машины по своему карману, естественно, это бэушные автомобили. Покупают они их за довольно небольшие деньги, немножко вкладывают. Я могу вам сказать однозначно, я знаком со всеми направлениями автоспорта, в частности, Республики Беларусь. Это самый бюджетный способ принять участие в автомобильных соревнованиях, при этом, что это самые яркие, самые брутальные, самые эмоциональные соревнования. Принимали участие ребята из России, в том числе из Беларуси. Беларусь была представлена очень широко. Это и Брест, и Гродно, и Щучин, и Слоним, и Рогачев, и, естественно, Минск. Самая такая большая для нас, знаете, радость, то, что мы мечтали, мечты все-таки имеют тенденцию исполняться, слава богу. Приехали ребята за 2100 километров из Уфы и за 1000 километров из Ярославля для того, чтобы поддержать нас. Я хочу добавить, что битва машин, проводимая на арене Сталина, является на сегодняшний момент первым и единственным соревнованием международного класса в СНГ такого рода. В этот раз было не самое большое количество участников, всего 13, 3 в классе База Про, 10 в классе База. Да, было у нас и побольше, но то, что творилось на арене, нам всем очень понравилось. Они просто дали, наверное, лучшее, что мы видели за все время. Дрались до последней капли, это действительно так. Машины в смятку. Шилов Игнат, организатор мероприятия.